Бронзовый призер первенства Европы Дарья Дрозд. Дарья, ну первый вопрос, как рука, насколько все серьезно? У меня до этого был перелом, можно так сказать, и сейчас повторно ударили, выбили. Вот, ну, больно. Ну что, будем лечить опять, снова? Ну, не перелом, просто ушиб или что, или пока неизвестно, ну, ничего. Я не знаю, честно. Посмотрим, потом схожу к доктору, он все узнает. Оцени вообще свое выступление, довольны, недовольны, какие чувства сейчас, вот какие мысли в голове? Ну, если честно, я не знаю, смешанные чувства, потому что я знала, что я могла выиграть. Вот, но что-то помешало, наверное, волнение, страх. Выходила на дорожку, тяжело было собраться. У тебя было много встреч с представителями Турции, в том числе и Унлудак, которая в итоге выиграла. Ну, она, так скажем, неожиданно выиграла, да? Что ты можешь сказать вот про нее тоже? Она ничем не хуже и не лучше позапрошлых, с кем я фехтовала до финала, то есть до полуфинала. Я не знаю, чисто моя ошибка оказала влияние, мое переживание, и все. У тебя в Курске еще был такой момент, что ты могла проигрывать много, а потом догоняла. Да? Почему здесь не сработало? Переживания, ну масштабы соревнований совершенно другие, наверное. Вот. Хорошо, спасибо тебе. Поздравляем еще раз. Ждем тебя с медалью на первенстве мира. Спасибо.